Включаю запись. Итак, счет у нас 6-2. Не знаю, получится или не получится. Ну, вы на всякий случай лайк поставьте, подпишитесь на канал. Давайте откроем. Сейчас должна быть лего. Мне очень давно лиги не падали, ребят. Прям две леги за одно испытание. Это будет прям кайф. Так, одна эпическая карта. Редкая. Скриншот. Передай привет мне, Айнуры с Татарстана. Здорово. Так, лего. Лего. Дайте кладбище. Бревно, либо ледяного колдуна. Плиз. Бревно. Бревно засчитывается. 13 из 20. Неплохо. Да. А ты как думал? Это ведь изи. Мне давно не падали леги. А это все потому, что вы поставили лайки, подписались на канал. Да-да-да, кто не сделал так, можете лего не ждать. Смотрите, я включаю запись, я нажимаю начать испытание, потом я делаю вот такой вот щелчок. Опа, и 3 поражения. Пау, и испытание пройдено. Опа, и 6-0, да? Изи. Поехали. Сейчас быстренько пройдем это испытание, 3 победы осталось, откроем легендарный сундук, вы в конце узнаете, какая лего мне выпала. Это мне 2 леги за это испытание получается, с магического, да, и с этого. Да, ну что, да. Поехали, пацаны, поехали. Колоду я вам, конечно, не показал. Ну, смотрите по ходу боя. У меня, короче, кладбище, палач, гигант, мегамуха, банда, зап... Ой, бревно, поизон. Да, вот так вот. Так вот и живем. Сейчас бы еще бревно он слил, было бы вообще идеально. О, он зап слил. Ну, смотрите, пацаны. Гик? Не, зачем гик, у меня его нет. Так. Отлично. Просто бешеный урон, видите, да? Он просто в шоке. Не, кстати, нормальный урон зашел. Ну да. Так. Ставим гиганта. Я в Ютубе, привет всем. Да, ребят, успокойтесь, вы думаете, я пройду это испытание? Блин, вот малому надо вот прям сейчас... кричать, когда я видео записываю. Так, смотрите. Так он радуется, что 9-0 будет. Как бы им сообщить, чтобы прикрыли дверь, потому что у меня видео... Можно дверь прикрыть? Все, вроде... Я надеюсь, никто на видео это не заметит. Так, поехали. Палач. Так, пока вроде нормально тащим, да? Тихо, я видео записываю, не отвлекай. Так, во, вот так во. 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 Я попал по хижине, да? Нет. Ну, конечно, нет. Так, палач. Посчитай юнитов. Ну, ладно. В принципе, неплохо тоже. Смотри, сейчас будет просто царский. Гигант. Да. По-тупому, блин, я не так хотел гиганта. Ну, ты понял, я хотел классно сделать. Да, чтобы он пошел на другую сторону. Ну, ничего, я задефался все равно. Так, палач. Бандитка. Да, бандитка вообще офигела, много себе позволяет. Палач вышку собрал, ну и все, слева заходи, все, не бойся. Точно не бояться? Да. А как же справа? Вы видели, как бандитка просто предательница. Парень старался. Так. Так, смотри, ну, ой, кстати, сейчас бандитка, да, сейчас может еще что-то сделать. Ой-ой-ой. Тихо. Тихо. Справа, слева, слева, справа. Да где дефаться-то? Спаси. Это просто жесть. Бандитка, ребята, кстати, очень хороша сейчас. Надо эту бабу брать себе в колоду. Но только это уже в следующем выпуске. Пацаны, пока идем 7-0. Давайте я вам колоду покажу. Короче, колода вот такая вот. Незамысловатая. Никто не ожидает увидеть кладбище. Поехали в бой. Еще 2 поединка. В принципе, 8-0. Я думаю, что я должен пройти это испытание. Это надо быть просто конченным холдиком, если не пройду это испытание. Реально, это уже какая? Третья попытка, да, ребят? Да. Третья попытка. Сейчас бы еще спеллбайту проигрывать, когда у тебя бревно, торнадо, объят.
Горит отличная игра. Как вы думаете, я на ракету только что нарвался? Опа. А это что такое? Это гигант. С двумя видами мух, похоже. А что я делаю? Я тоже волнуюсь, да, наверное. Он сейчас зайдет дик плюс орда по другой стороне. Ты только не бойся. Я не боюсь. Я держу себя в руках. Как бы. Это что? Я понял, что это. Трунь. Эй-эй. Видно, что это далеко летит. Проветрим башню. Нормально. Я понял, что это за колода. Ну, в принципе, шанс есть. Да, шанс есть всегда. Запа нет. А у тебя палач есть. Материться нельзя. Ебой. Так. Миньоны, а ну-ка, не мешайте. Ой, еще минус мегамуха. Ой, отлично. Ой, вообще просто. Минус вышка. Запнул. Не минус вышка. Ну, гигант там нормально кидал. Да. Опа. А вот за это мне придется ответить, пацаны. А как? Как мегамуха кинул? Как я кинул палача, ты лучше бы спросил у меня. Я бы его еще дальше кинул. Палач, пожалуйста, спарки мешает. Честное слово, мешает. Я тебе отвечаю, мешает. Гиганты, стой. Да. Кладбище идёт. Да быстрее, кладбище, спарки же сейчас поедет. Ох. Ёп. Ой-я-я-я. Тут он нарвался. Нет, тут я, конечно, да, тут я вроде нормально все сделал, нет? Так, это неплохо. Ой-о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 й. Так. Ой-ой-ой. Нет, не туда целишься, дура. Ух и дура это спарки, я тебе отвечаю. Брюно? Да. Ой, вот это хорошо просто. У него добивать только зап. Ну это неплохо, но... Именно с кладбищем зайти где-то. Где-то надо, да. Где-то бы я зайти не против. Заходи. Спарки сейчас ударят. Спарки, не надо бить никого. Торнадо, не надо. Ой-ой-ой, что-то плохо дело. Все нормально. Я думаю, что там таким. Да. А чем дефицит был? Я как бы еще не думал об этом, погоди. Мне бы пока... Палач и торнадо как-то. Ой-ой-ой-ой. Это, короче, что-то с чем-то, если я выиграю, будет. У него ж нечем добивать, да? Нет, у него только зап. Но ему этого не хватит. Пацаны, это бред просто. Он меня в конце заставил просто потеть. 7-1. Не, ну он, конечно, тоже умник. Ладно, поехали. Знаете, что надо сделать, чтобы я выиграл? Вам надо подписаться на канал, поставить лайк. И это не байт. Джейсус, я знаю тебя. Я тебя знаю, и ты меня знаешь. Давай сыграем в ничью. А лучше пускай сольёт катку. Так. Как думаешь, я сейчас рискнул? Наверное. Подожди, у него арбалет. Да, это арбалет. Но это нормально, у него ракета, у него нет пойзана. В принципе, у меня шансы есть. Да. Ой, так. Сейчас можно гик плюс банду, он же Брюно слил. Да? Да. Как хорошо, что ты это заметил. Поехали. Он-то Брюно сейчас слил. А что у меня там не все гоблины? А у него торнадо еще, что ты не... да. Забыл? А ты в курсе, что сейчас будет арбалет? А у тебя палач есть, не? Угу. Есть. А у него ракета. Ну. И? Ну и все. У него не хватит столько эликсира, чтобы выставить и арбалет, и это. И ракету, конечно, не хватит, да. Поэтому я дефаю спокойно. А, он, да, он деф пошел, что-нибудь. Что-то он очканул. Тихо там. Так, смотри. Он по другой стороне еще будет заходить. Да, вижу. Вот гранта не сливай, ладно? Да. Я же сказал. Плача справа. Да. В принципе, у меня все шансы. Да.
Победа, пацаны. Это победа. А чё ещё так много времени? Стой, меня запа нет. Фух. Андрей, у нас сливал? Нет. Можно закрыть дверь, я видео записываю. Первый раз, ребят, такие помехи на видео, честное слово. Извините. Жесть просто. Ой, палач накидал, красиво. Да, палач вообще там ветер делал. Так. Блин, он сегодня будет играть или нет? Сейчас довыделываюсь. Да не, все, он уже рип. Это типа хорошая попытка. Ну, неплохая, да, попытка. Так. Еще один заход. Оп. Ну да, не судьба, Джейзус, не судьба. Кстати, я против него в глобале, по-моему, играл с големом. Нажимаю. Итак, пацаны, 8-1. Последняя атака до 10. Блять, до 9 победы. До легендарного сундука. Поехали. И мы это испытание прошли. С вами на стриме. В принципе, вы не видели, как я до этого два этапа, да, проходил. Ну, те, кто были на стриме, смотрели. Если вы тоже хотите быть на стримах у меня, да, но не были, подпишитесь, на колокольчик нажмите. Вам будет уведомление приходить. Вот. Ну, подождите, рано еще, короче. Возможно, я еще не пройду. Че такого? Набор в клан Туапс сильных амбициозных игроков 4000+. Решетка gc9vgvv.ks всегда 10. Стремимся в топ 200. Удачи в испе. Спасибо. Мегамуху. Жесть, вот это он меня, короче, обманул. Че, торнадо использовать или то не знаю. Не стоит, не надо. А че? Он тыку сделал, прикинь? Да, кладбище. Пипец. Просто пипец. Офигеть. Ну как это? 8-2. Интрига. Да это бред, пацаны. Так, двойной эликсир пошел. Так, все, я теперь знаю, что у него. Мне плевать на его валькирь. Было до этого момента. Сюда иди. Сюда, потихоньку. Принц, ну сюда иди, будет нормально, пацану. Давай. Видели, да? Видели это торнадо? Учитесь, пока я живой. Так, все, там минус вышка. Зачем он так много юнита выбросил? Или он на трешку собрался? На трешку, конечно, пойдет. Я не дам ему, я этого не допущу. Вау, армия скелетов. Была. Была. Бля, да что так... Что-то слишком жестко, а? Ты понимаешь, что он сейчас может... Да, понимаю. Нефиг петь меня. А, не, может и не может. Сейчас проверим, короче. Так. Зачем Poison? Ну, потому что я думал, что... Потому что ты не думал. Я не думал, потому что, поэтому и Poison выбрал. Тихо. Все-таки коснулся, да? Да. Говно такое. Зато мегамуха, пацан нормальный. Или это... Так, сейчас самое главное. Все. Так, отойдите от гиганта, пожалуйста, потому что он там сейчас с вышкой вашей разбирается. А с чем ты сейчас шар будешь дефать? Тебе сказать, чем я буду шар дефать? Тебе только это интересует? Угу. Так вот, в принципе, все готово. Так. Пожалуйста, задефайте шар. 13 секунд. Фу, это было плотно. Что там, 9-1? Да, 9-1. Все, и теперь нам осталось немножко все вот так вот, типа, попонтоваться в конце. И... Да что ты лагаешь в конце? Вот этой эпичности не произошло. Та-дам! Не, вот так вот. Пау! Испытание пройдено. О, вот это я в конце смонтирую, короче, завтра такой классный видос будет. А чё это конфетти так мало? Блин, надо было фоткать, когда конфетти было. Ну что, открываем?
Открываем? Надо, давайте. Да, мне кладбище надо. Мне надо бревно, мне надо ледяной колдун. Короче, поехали. Принцесса. Ну, тоже неплохо. Принцесса у меня там тоже... Сколько? 12 уже. Нормально, нормально. Подождите, подождите, пацаны. Сейчас еще одна лего будет. Смотрите. Раз. Два. Вот кто подписался, тому тоже лего выпадет. Три. Четыре. Пять. Шесть. А представляете, если бы была лего? Три леги за выпуск. Это бы... Фух, это вообще хайп. Ну, мне башня-бомбежка выпала. Все, ребята. Пройдено. Ну, сколько мы потратили? У нас сейчас три часа стрим идет. Ну, мы же там еще общались. Давайте скриншот, возможно, завтра для превью. Кому интересно, вот колода. Спасибо какому-то подписчику, мне написал на Твиче, что этой декой прошел 9-0. Ему спасибо, что эту деку посоветовал. Серьезно, благодаря ему, наверное, я и прошел. На этом буду завершать выпуск. Спасибо всем за просмотр. Желаю вам удачи, хорошего настроения. Всем пока. Вот, на Ютубе все, запись остановить.